Стало понятно, что интерес таков, что уже надо куда-то выходить, и с 86 года перешли уже на площадки городские. В 86 году это был клуб Невский, дворец культуры Невский. Я буквально на днях проезжал мимо, посмотрел, конечно, печально, он такой весь стоит, какой-то такой весь облупившийся, такой весь такой жалкий вид у него. А это была одна из самых лучших площадок. Он принадлежал какому-то богатому заводу, такому металлургическому, и там шикарный был интерьер, там было вообще все. Ну, очень, все очень хорошо, все было очень здорово. Но сейчас, ну, такое место, может быть, сейчас куда просто, ну, как, не очень оно такое проезжее. Это во времена рок-клуба люди могли ехать черти куда, чтобы услышать любимую группу. А сейчас, если это не в двух шагах от метро или от лично твоего дома, то, конечно, люди стали ленивы, к сожалению. Вот. И там это был, конечно, фестиваль такой поворотный во многом смысле, потому что там уже люди... Музыканты поняли, что можно уже и не только барьеры какие-то там, биться в эти барьеры, а можно их действительно ломать, что можно наплевать на какие-то запреты, ограничения. И все эти запреты, ограничения, в общем-то, это фикция, это бумажка. И вот, мне кажется, тогда, конечно, был такой очень важный момент, это выступление патриархальной выставки, совершенно потрясающее там, да. Это было совершенно изумительное выступление группы «Присутствие», это было совершенно потрясающее выступление «Алисы». То есть это был фестиваль, такой аукцион. Это был фестиваль такой вот, в общем, даже не то сказать протеста. Мы вообще-то ни против чего не протестовали. Мы просто хотели жить так, как хочется, да, и мы не хотели, чтобы нам мешали. Вот это, наверное, самое главное. На этом фестивале как раз я так познакомился близко, собственно говоря, уже с Сашей Башлачевым. До этого я пару раз его слышал на «Квартирниках», а там мы с ним как-то первый раз поговорили, пообщались. Он не выступал, просто он был как один из гостей фестиваля, и, ну, как-то мы с ним впервые, так сказать, вот подружились и начали как-то там вот вести какие-то разговоры, которые впоследствии там вылились там целый ряд интервью.